Иван, где ты что не раздал-то? Почему я раздал? Я хожу за тобой. А? Я прошел, ты пролетел, даже ничего никому не предложил. Я раздал. Когда ты? Я сейчас только с тобой не успел даже пройти. Раздал, женщина сидит, руку протягивает. Ты пролетел вот так, это даже с камерой не успел подойти. Не улыбайся, приветствую людей. У нас есть. Предлагаю с открытым сердцем. Возьмите, читайте. Берите, читайте. Предлагай. С любовью. Тогда люди почувствуют, а то сделал мину какую-то. Вон, Нестор, смотри, он молодец, шустрый как-то. Вот. Что, вопрос у кого какой-то есть? Вот Иван Лида. Вот Иван Лида. Пошли в магазин. Пошел, не хватило. Да. Да. Какую-нибудь сумку такую переносную, чтобы туда через пояс. Может, я вот такую дать? Давай с нами Евангелие не было. Полетел куда-то. Не успел. Ну, надо успевать, Иван. Они такой ваш шкаф, один стоит в этом.
это листок успею раздать. Молодец. Я только туда ходил, там раздавал. Вот недавно. Давай, скоро. О, православный мальчик идет. Мне загородили товар, дали. Мой запас исчерпан. Мой запас исчерпан, я не знаю, что сказать. Пасха давно прошла? Что не было воскресенье? Запахи счастья. Бесплатно? Да, да. Бордюк-то пустой. Бутылками набитые. Ну, некоторые просто используют их для того, чтобы скрыть варикоз, а платки для того, чтобы от солнца спрятаться. Бесплатно, Ангелина Тана? Дали мне. Все, пойду. Подожди, я сейчас сниму. Визитку нашу дай. Зачем вы меня снимаете? Я его снимаю. Вот визитка. А вот и такая же есть. Православный? Ну ладно, православный, ладно. Меня не снимайте только. Хорошо. Бесплатный Евангелие Тиана. Разве бесплатный Евангелие Тиана? Берите, Евангелие Тиана, берите, читайте. Бесплатный Евангелие Тиана. Это Евангелие Таана. Занятие веду. У вас интернет есть? К сожалению, у меня интернет нет, денег, интернет. Я бедный. А, бедный. Ну, бедность не порог, Христос тоже бедный. Вот для людей сейчас это пройдет там год-два, наверное, у всех это вот бесплатно будет. Интернет, вот мы, я занятия веду в интернете. Есть такая программа Skype. Там люди с разных стран могут встречаться. Вот, кто Сергей один, вот мой телефон. Православная община. Мы создали православный библейский сайт. Он называется kristine1narod.ru. Вот батюшка наш, вот мое крещение, это я в 2005 году. Крещение только полным троекратным погружением в воду, как заповедовали нам святые отцы. Это надо научиться плавать, чтобы... Нет, плавать не обязательно научиться, потому что там не глубоко. До дна так сделано. Таинство крещения – это символ, что мы умираем, полностью погребаемся для прошлой греховной жизни и воскресаем для жизни во Христе без греха. Это таинство крещения символизирует. А то, что сегодня попы мочат лбы, как католики, этого мы считаем неестественным крещением, обливанием. Неправильно. То есть нужно полностью отказаться от прошлой жизни. Для этого нужно уверовать, прочитать Евангелие, вера слышания, слышание от Слова Божия. Ну, вот у нас община, все слово Божие уверовали, пожалуйста. Я пойду на службу. Давайте с Богом.